Вы когда-нибудь задумывались, почему пельмени имеют форму шара с бороздкой из теста по окружности? Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. Он обладал той же полнотой силы этой могучей планеты газового гиганта. И, в общем-то, являлся сакральной пищей. Но в чем заключалась его магическая сила? И откуда наши далекие предки без космических аппаратов и телескопов могли знать, как выглядит Сатурн?